Ой, история у нас, конечно, длинная, непонятная. Как говорит Женя... Мы выбрали именно костел, потому что... Зачем вообще жениться, если ты как бы не уверен? Тогда не надо вообще не так, ничего. На самом деле наши родители, и все наши дедушки и бабушки, да и мы сами, я думаю, наши дети, мы верим в Бога. Как-то даже не было такого разговора. Чтобы это все было так, как это должно быть. Ведь, ну, когда венчаешься, это же навсегда. Женечка, Илоночка, в этот торжественный день очень хочется вам перед Богом, перед людьми пожелать вам счастливой семейной жизни. Мы тебя с папой благословляем. Чтобы она была крепкая семья ваша. Удачи тебе, счастья, здоровья, терпения. И чтобы по жизни вы шли, крепко держась за руки. И тогда все невзгоды уйдут стороной. Начинается новая жизнь тебя, успехов тебе, береги семью. Все препятствия пройдете. Берегите друг друга. Благословенный мой брак, имя Пречистой Церкви подтверждаю и благословляю во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Если честно, жарко. Да все в порядке. Все в порядке, все нормально, все умеренно. Классно. Все под... Супер. Так очень интересно. Кольцо. Накольцован, все. Немножко легче стало на душе, если честно. Спокойно, что я не уйду, а я и не уйду. Да я не уйду. Познакомились мы уже где-то 7 лет назад. В начале июня на дискотеке. И до моего друга просто довели, что я, вернее, она хотела бы со мной познакомиться. И ко мне просто подошел мой друг и говорит, знаешь, она такая красивая девушка, хочет с тобой познакомиться. Я говорю, да ладно, ну куда там, что-то. И потом просто подошел второй мой друг и говорит, ты знаешь, я только что ее видел, и просто если ты сейчас не подойдешь, то я не знаю, что с тобой сделаю. И вот прошел ровно год, и мы вновь встретились, и это казалось просто, что нам так и нужно было встретиться, и вот... Ну вот с тех пор договорились, что мы уже... Будем любить, там, уважать и так далее. На самом деле, я очень-очень-очень люблю. Женя, привет! Илона, тоже привет! Сегодня, наверное, уже 2030 год. Данный день я сейчас нахожусь. Это всего лишь 2011 год, 6 августа. И этот день, это наша свадьба с Илоной. Сейчас, наверное, вы уже сидите в окружении детей. Надеюсь, у вас все хорошо. Я готова. Я рада.
А что это вы тут делаете?